25 июня в самом центре Ташкента в павильоне УЗ-Экспо компании «Navai Prom Grant» и «Construction Technology Service» в рамках фестиваля впервые провели масштабный конкурс XCMG Top Drivers 2022. В нем соревновались около 30 самых талантливых водителей и штурманов со всего Узбекистана. На сегодняшний день у нас более 70 электромобилей разного вида, разного типа и разных марок. Определяться победители у нас в гостях сегодня представители завода XCMG, жюри, механики, директора, они будут оценивать. В рамках фестиваля в Navai также состоялось открытие таможенного склада Navai Prom Grant, салона электромобилей НПГ и двух новых субдилеров в Самарканде и Кашкадарье. Символическую красную ленточку на церемонии открытия перерезали учредители NPG Group и руководители компании. В мероприятии приняли участие известные коллективы и артисты нашей страны. В завершении мероприятия состоялась церемония награждения XCMG Top Drivers 2022. Победителям были вручены сувениры и денежные призы. За первое место компании вручили победителю 10 миллионов сумов, за второе – 5 миллионов сумов и за третье – 3 миллиона сумов. Награждается Алимкулов Немаджан! 10 миллионов сумм! Сегодня мы с нашим партнером Navai Prom Grant вместе здесь организуем такое мероприятие в целях повышения уровня управления спецтехникой узбекских операторов. Корпорация XMG является самой мощной производителем по производству спецтехники в мире. Напомним, Navai Prom Grant – известная в Узбекистане компания, которая занимается продажей, сервисным обслуживанием и оказанием услуг по ремонту любой сложности транспортных средств, спецтехники. Также оказывает услуги междугородных грузов, предоставляет спецтехнику. Цель компании – активно продавать свой бренд по всему Узбекистану, который уже давно известен на внутреннем рынке Китая, а также оставаться лидером и стать сильным игроком на рынке Узбекистана. Navai Prom Grant создана в 2015 году с целью развития автосервиса спецтехники в Республике Узбекистан и организация поставки транспортных средств спецтехники мировых производителей, а также запасных частей. На сегодняшний день открыто 4 субдилера в таких областях, как Хорезмская, Наваинская, Бухарская, Кашкадаринская и Джизакская области. Цель Construction Technology Service – бросать вызов, действовать оперативно и предлагать широкий спектр спецтехники и внести вклад для развития строительной сферы Узбекистана.